Здравствуйте. Вы хотите или уже присоединились к нашему проекту? А значит, вам нужны деньги. И не просто деньги, а высокий и стабильный доход. Спешу вас обрадовать, вы на верном пути. В нашем проекте это реально. У вас есть цель, кем вы хотите стать в нашем проекте? Какой доход получать? Если нет, то я уверена, что после того, как вы внимательно ознакомитесь с маркетинг-планом компании и посмотрите это видео, она у вас появится. Для достижения любой цели необходим план действий, четкое понимание направления вашего развития. В нашей команде существует два метода работы, два пути роста. По какому пути вы будете развиваться, решать только вам. Это видео поможет вам разобраться и сделать свой выбор. Для вас, наверное, уже не секрет, что мы работаем без продаж, а доход получаем за организацию товарооборота путем личного потребления продукции компании и за расширение сети потребителей. То есть мы покупаем товары для себя и своей семьи и приглашаем других делать то же самое. Итак, первый вариант развития – без ограничений и обязательных условий по объему личного потребления. Вы сами решаете, что, когда и в каком количестве приобретать. Этот вариант дает стабильный, но постепенный рост. За год активной работы вы достигаете звания директор с доходом примерно 35 тысяч рублей в каталог. В этом случае вы используете построение совместных веток. Что это такое? Это когда вы вместе с вашим спонсором строите одну общую цепочку. Регистрируете первого вашего партнера под себя, следующего партнера под предыдущего и так далее. Получается строгая цепочка, без ответвлений. Все активные партнеры в этой веточке делают то же самое, регистрируют своих партнеров в одну ветку. Каждый вновь пришедший регистрируется под последнего человека в ветке. И не важно, кто регистрировал последнего, важно, чтобы получилась строгая цепочка. Таким образом, вы растите веточку до уровня дохода 6-9%. Затем вы начинаете строить новую ветку и растите ее по точно такому же принципу. Работая по такому методу, при среднем заказе 20 баллов вы достигаете уровня дохода 22% приблизительно за год работы. Почему приблизительно? Потому что скорость вашего развития зависит только от вас самих, от вашей активности. Кто-то работает более активно и вырастает до данного уровня за 6-8 месяцев. Кому-то нужно больше времени на то, чтобы войти в курс дела и во всем разобраться. Либо работа недостаточно активная. Такие партнеры растут медленнее. Второй вариант развития – построение особенной структуры. Этот вариант дает очень быстрый, головокружительный рост. Он подходит тем, кто не хочет ждать год или полтора, чтобы получать хорошие деньги. Для применения данного метода необходимо выполнять определенные условия. Эти условия просты. Во-первых, приобретать продукцию компании на 150 баллов каждый каталог. Это примерно 6 тысяч рублей. Во-вторых, приглашать по два активных партнера в каталог и выводить их на уровень 6%. То есть каждый из двух партнеров также приглашает по два человека, все в структуре выполняют обязательные условия, покупают товары на 150 баллов в каталог. Вы скажете, ну вот вложения, а говорили, что не будет никаких вложений. Давайте разберемся. Вложение – это когда вы кому-то отдаете деньги. Здесь же вы приобретаете продукцию для себя, своей семьи, своих детей. Тратите деньги на красоту и здоровье своей семьи. В общем-то, вы это и так делаете регулярно. Покупаете средства личной гигиены, витамины в обычных магазинах. Здесь вы получаете зарплату за то, что моетесь, пользуетесь декоративной косметикой, следите за своим здоровьем. Где, в каком магазине вам за это платят? Нигде. А теперь скажите, это все-таки вложение или выгода? Конечно, это выгодно. Досмотрите это видео до конца, и вы все поймете. Как мы строим команду в этом случае? Вы в первом каталоге пригласили двух человек. Каждый из них также пригласил по два человека. Все участники команды приобрели продукцию для себя на 150 баллов. При этом вы имеете доход 9% от товарооборота, а оба ваших партнера выходят на уровень 6%. И это, заметьте, в первом же каталоге. Идем дальше. Во втором каталоге каждый из вновь пришедших приглашает по два человека. Вы, в свою очередь, так же, как и в первом каталоге, пригласили двух человек и вывели их на уровень дохода 6%. Теперь в вашей команде 6 человек получают доход 6%, 2 человека получают 9%, а вы получаете уже 15%. Представьте только, 15% через полтора месяца работы. Давайте подробнее рассмотрим ваше развитие и рост вашей команды. В первом каталоге вы приглашаете двух человек и выводите их на 6%. Во втором каталоге первая пара выходит на 9%. Вы приглашаете еще двух человек на 6%. В третьем каталоге первая пара выходит на 12%, вторая пара выходит на 9%. Вы приглашаете двух человек на 6%. В четвертом каталоге первая пара выходит на 15%, вторая пара на 12%, третья пара на 9%. Вы снова приглашаете двух человек на 6%. В четвертом каталоге вы открываете звание старшего менеджера. В пятом каталоге первая пара выходит на 18%, остальные подтягиваются на уровень выше. Вы также приглашаете двух человек на 6%. В
шестом каталоге первая пара выходит на уровень 22%. Вы открываете звание золотого директора. В седьмом каталоге у вас уже 4 ветки на уровне 22%. Вы сапфировый директор. В восьмом каталоге у вас 6 веток на уровне 22%. Вы становитесь бриллиантовым директором с доходом 200 тысяч рублей в каталог. Каталог длится 3 недели, а вы проработали всего 6 месяцев. Более того, согласно маркетинг-плану компании, за достижение новых званий вы, помимо вашей зарплаты, получаете премии. Давайте их посчитаем. За достижение звания директора вы получаете единовременную выплату в размере $1000 плюс директорский бонус 70 тысяч рублей. За старшего директора вы получаете выплату $1500. За золотого директора вы получаете $2000. За старшего золотого директора вы получаете $3000. За сапфирового директора $4000. И за бриллиантового директора $6000. Итого получается $17500. Умножаем на 50 примерный курс. Получаем 875 тысяч рублей плюс директорский бонус 70 тысяч рублей. Всего 945 тысяч рублей. И это только премии. Вы растете настолько быстро, что перескакиваете некоторые звания, а премии за них получаете. Давайте посчитаем, каков будет ваш доход за каталог, то есть ваша зарплата. В первом каталоге у вас две ветки на 6%, по 450 баллов каждая, плюс ваши личные 150 баллов. Итого 1050 баллов. Вы на уровне 9%. Считаем товарооборот. 1 балл – это 30 рублей. Умножаем 1050 на 30, получается 31,5 тысячи рублей. Товарооборот вашей структуры. На всю структуру начисляется доход в 9%, это 2835 рублей. Доход распределяется по структуре. Каждая из ваших веток получает свои 6%. Товарооборот одной вашей ветки в 6%, 450 умножаем на 30, 13,5 тысяч рублей. Доход 6% – это 810 рублей. То есть каждый из ваших партнеров, которые вышли на уровень дохода 6%, получает по 810 рублей в первом же каталоге. Вы получаете разницу. Вычитаем из общего дохода доход двух веток, получается 1215 рублей. И эти деньги вы получаете в первом каталоге. Теперь для примера посчитаем ваш доход в четвертом каталоге. В четвертом каталоге у вас уже две ветки по 6%. Две ветки по 9%, две ветки по 12% и две ветки по 15%. Товарооборот в баллах с учетом ваших личных баллов составляет 12 450 баллов. Переведем в деньги. 373 500 рублей. Представьте только. Вы находитесь уже на уровне 22% и в вашей структуре начисляется доход 82 170 рублей. Этот доход опять же распределяется по структуре. Ветки по 6% получают по 810 рублей, ветки по 9% получают по 2430 рублей, ветки по 12% получают по 6480 рублей и ветки по 15% получают по 13,5 тысяч рублей. Вы получаете разницу. Она составляет 35 730 рублей. И это всего через 3 месяца работы. Вы сами можете рассчитать свой доход в следующих каталогах таким же образом. Теперь считаем ваш общий доход. Начнем с четвертого каталога, когда вы достигаете звания старший менеджер. Как вы помните, у нас получилось 35 тысяч рублей. Еще один каталог вы держите это звание, еще 35 тысяч рублей. В шестом каталоге вы уже золотой директор и получаете 70 тысяч рублей. В седьмом каталоге вы сапфировый директор и получаете 150 тысяч рублей. В восьмом каталоге вы бриллиантовый директор, получаете 200 тысяч рублей. Далее вы держите 6 каталогов звания бриллиантового директора и получаете 6 каталогов по 200 тысяч рублей, это 1 200 000 рублей. Суммируем. Получается ваш доход 1 690 000 рублей. Плюс ваши премии не забудьте. Итого 2 635 тысяч рублей за 10,5 месяцев работы, меньше, чем за год. А ведь вы можете и дальше развивать таким образом свою структуру, наращивать ее и покорять новые ступени лестницы успеха. Бриллиантовый директор – это далеко не последняя ступень, это примерно середина. Подытожим, у вас есть два пути развития. Первый путь – без ограничений и условий по объему личного потребления. Вы работаете в комфортном для себя режиме. И не спеша, плавно, примерно через год работы, открываете звание старший менеджер или директор и выходите на доход около 35 тысяч рублей в каталог. Второй путь – вы выполняете условия по объему личного потребления в 150 баллов каждый каталог. Активно наращиваете свою команду, приглашаете единомышленников.
первого каталога вы получаете зарплату. Через полгода вы бриллиантовый директор с доходом 200 тысяч рублей в каталог. А за период работы в 10,5 месяцев ваш общий доход составит 2 миллиона 635 тысяч рублей. По какому пути идти, решать только вам. Выберите свой темп роста.